Всем привет! Сегодня 12 декабря, и надо идти в магазин мне закупиться. И решил снять для вас небольшое видео 360. Пойдемте посмотрим, что происходит на улице в данный момент. Немножечко метель, снег. Температура около минус 20. В общем, обычная норильская погода. Дороги. Что и требовалось доказать. Причем снег мелкий и плотный. Как песочек. Thank you.
заходим, сворачиваем аппаратуру, заходим в магазин. Учился в школе, где-то на классе третьем, и вот мы прогуливали школу, пробегали с урока, приходили на компьютерный клуб, сидели там с этими, кто там в человечках играл, кто там корабль такой. Но в целом терпимо. Не пугайтесь, я так проверяю объективы камеры, чтобы они не залипли снегом.
работает. Вот такие вот. Ну а у нас, как всегда, двор засыпан снегом. Потому что рядом лэп находится, все время шум такой от ветра. Вот, всем спасибо за просмотры. И хочу еще сказать огромное спасибо подписчикам за такие теплые комментарии к моим видео. Очень интересно читать истории людей, как жили в Таллахе. Учились. Очень интересно. Всем пока.